Так, ну все, пофотографировались озеро, видео поснимал. Так, теперь вот предстоит марш-бросок. Марш-бросок, действительно. Километра три до горы, где, Валер, а там еще километров 5-6, наверное, идти. Я тебе про что говорю, а ты мне... Километров 5-6 до машины. Это, Валер, вон на горизонте, да? Да. Вот нам сейчас надо его догонять. Это он чухнул. Вот, а люди вот эти до сих пор, они там что, у них фотосессия, наверное? Да, просто ходят. Гуляют, не спешат. Степь. Гора Богдо. Прошли только половину, наверное, половину между озером и горой. И уже чувствуем усталость. Да еще рюкзак такой, аппаратура. Тяжело, конечно, с таким снаряжением гулять. Тяжелая прогулка получилась. Еще идти. Еще очень много идти. А на горе народу, прям много народу. Под вечер поприехали. Как дракон. Здрасте. А что за коптер? Мавик. Мавик. Мавик 2. Это я у вас спрашивал, да, тогда? Нет. В машине в синей? Нет. Как он с ветром, нормально? Отлично. Ясненько. Тоже хочу, только я Air 2S сейчас хочу купить. Возьмите. Жду, когда упадет в цене. Ага. Ну вот, дошли мы до подножия горы. Мы... Вот оттуда спускались и шли к озеру. Вот знак «Проход запрещен», где был. И теперь мы идем сюда левее, по низу вдоль горы, до самой стоянки. Вот народ какой-то не захотел к озеру идти. Прошли по маршруту по горе, через гору, как мы вот шли. И сразу вот
возвращаются на стоянку. Мы рискнули сходить до озера. Далеко, конечно, но когда в следующий раз мы еще сможем приехать? Вот за 10 лет пребывания в Астрахани, почти 11 даже, первый раз выбрались на эту гору. И вот опять промахнулись с тюльпанами. Так хотелось во время цветения тюльпанов сюда попасть. Никак не получается. Так, вот еще раз сейчас туда подняться и пройти по тому маршруту, честно говоря, уже сил нету. Сейчас бы минус 20 лет, и можно было повторить подвиг. Да? Не знаю. Ты бы смогла? Не знаю, Володь, я уже не помню. Да нет, даже не 20 лет. Мне просто так жарко, а не могу раздеться, потому что ветер. Скинула. Ужас какой-то вообще. Так. Ужас. Мне так жарко, но я не могу снять, потому что я вся мокрая. Меня сразу все продует. Фух, кошмар. Далеко, интересно, идти-то? Ну вот за поворот горы. За поворот она как изгибается. Она же серповидная. Мы же читали где-то, что она в форме серпа. И вот туда сейчас дорога будет правее уходить. Там стоянка будет. Ну, еще около километра, я предполагаю, так. Так вот снизу выглядит гора. Еще какие-то таблички здесь. Ревень татарский. Да, попадался такой, но что-то я на камеру его не снял на это. Вот здесь баннер о насекомых. Какие насекомые здесь? Да, тут и стрекозы, и бабочки, кузнечики, жуки всякие. И ничего такого, кроме ящерки, ничего не попадалось. Бабочка где-то попадалась, летала. Так, побежали дальше никак. Мы Валеру не догоним. Люда молчит. Люда, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Хочу пить. Я тоже. Посмотри, видел, какие эти штуки, а? Штуки в дырках, видел? Ух ты, это птицы. Птицы там, на, подержи. А зачем я тебе это сказала? Не знаю, солнце. Чтобы я снял это. Так, я потерял. Где? А, вон. И вон еще. Все, сейчас. Так, Люда какие-то увидела отверстия в скале. Сейчас мы их приблизим и посмотрим, что это за отверстия. Вот они. Нет, это не гнезда. Нет, конечно, там это какие-то размер огромный, ты что? Да. И вон еще. Где? Ага, сейчас. Так. Я даже нору нашел. Они все уже распугали. Я их нору нашел. Thank you.
хотя ну, бы все. Пошире, да? Там такой наконец-таки глубины дошли нет, до наверное. Стоянки. Оно очень не знаю, соленое. Сколько по времени были. Часа два с лишним, наверное, здесь мы пробыли. Больше, наверное, часа три. Да я представляю. Вот и то бегом-бегом. Хочется побольше поснимать. Ну, уже надо домой ехать. Бублики обратный путь съели. Тоже не близкий, что надо рассчитывать. А что ж бублики-то все съели? Почти. Все, сейчас отчаливаем до Нижнего Баскунчука. Вот так вот. А там уже на Астрахань. Так, тут у нас маршрут начинался. Вот стоянка. С этой стоянки. И пошли по вот этому маршруту. Вот через гору там тропа идет через часть горы. И мы там на той стороне спускались туда. И потом с той стороны пошли на озеро Баскунчак. Отсюда кажется близко озеро, но на самом деле вот там, где мы спустились с горы, оттуда только где-то километра три. И плюс до отсюда. Ну, в общем, вот отсюда, если брать километров 5 до озера. Окажется, вроде она вот она рядышком. Там потом спуск такой пологий идет. Будем сейчас выезжать. Еще раз вот дерево желаний. Я думал, настоящее тут дерево. Это просто металлический каркас такой. Мы ничего не привязывали сюда. И все. Будем двигаться в путь.